Токийский дрифт! Догоняйте! Кто догонит, молодец! Кто не догонит, тот... Вот как вы видите, у меня на лбу что-то торчит. Что у меня на лбу торчит? Я подписчикам сказал то, что это пипедастр птеродактиля, но нет, я их обманул. Это не пипедастр птеродактиля. Слышь ты! Кто это такой? Опа! Идите сюда. Тихо, все, хватит стрелять. Что у нас за обновочки в этой серии? У нас здесь появилась новая комната, и каждый может выбрать себе какие-то прибамбасы на голову. У нас есть здесь рог единорога, монокль, который я не могу надеть, потому что у меня слишком большая челка, и также кость. Мне кажется, можно начинать серию. Мунстр, добро пожаловать. Все, короче, давайте заходим в эту комнату, выбираем себе гейммод 1 и начинаем прятаться. С Рождеством! С Рождеством всех, Мия! С Рождеством тебя, Миюшка! Миюшка молчит. Мунстр, Мунстр, с Рождеством тебя, Мунстр! Мунстр! Спасибо и тебя. Нечисть, с Рождеством! Константин Петрович тоже с Рождеством! Всех с Рождеством! Всех с наступающим 2020 годом! Всех с наступающим, пацантре! Счастья, удачи, хорошей жизни, отличных настроений. И желаю то, чтобы ваши снайперки торчали как можно дальше, как можно больше, чтобы я всех вас сейчас заметил. Ну, по крайней мере, я надеюсь, то, что... Эд, стой, у тебя ник видно. Да, ну без разницы, я тебя и так смог убить. Да, вы выключите ники. Мустер, ты чё меня напугала-то так, а? Это просто рефлексы, чисто рефлексы сработали. Никич, Никич. А? Никич. Что? Что? Как у тебя вообще жизнь? Как жизнь, Никич, рассказывай. Я слышал, тебя в армию забирают? Нет. В смысле, я нет? Я не иду туда вообще. В смысле, ты что, не годен, значит? Ну, в смысле, вот ты сейчас пройдешь отбор на снайпера. Вот кто-то посмотрит, какой-то военкомат посмотрит эту серию, такой, опа, Никич годен. И Никича заберут. Не годен, ну, спокойно. Никич. Никич, мне тебе кое-что срочно надо сказать. У тебя ник видно. Мне тебе жаль. Да в смысле тебе его жаль? Ты б себя бы пожалел, Константин Петрович. Так кто стреляет, алло? А кто тут? А кого тут нет? Вот что за пироги у нас, значит, получается на районе, да, бабушка испекла? Вкусные, с малиной. Только куда-то убежал наш пирожочек. Это вы меня? Я не знаю, Никич, я не знаю. Я никого не видел, никого. Я никого не видел. И где вы были? Я был за тобой. Почему Костя пробежал мимо Никича, и Никич его даже не заметил, а? А у меня вопрос, а где ты был? А где я был? А где ты был? А где я был? У меня тоже вопрос. А где я был, Никич? Я в Новосибирске, но у меня другой вопрос. Где Мия, Мия, Миюшка? Я? Да, ты. Опа. Ты чё меня пугаешь? Мия, господи, я как-то чересчур напугался. Да! Первый раунд! Подождите, я минус 4 сделал, да? Мия, это ты. Да, 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 да. Соскучился я по снайперам. Эйс просто, нормально. Играем до 3, 1, 0, 0, 0, 0. Следующий раунд, погнали. Ну что, все готовы, да, все готовы. Все сейчас будут стрелаться, Мия сейчас выстрелит, как обычно. Это же, да, это же Мия, Мия. О, еще кто-то выстрелил, все стреляют. Да хватит спамить хотя бы этими выстрелами, пожалуйста, алло! Ничего не понятно сейчас было. Подождите. Так, монстр, а кто тебя убил? Ты хотя можешь мне сказать, пожалуйста? Ой. Никич меня застрелил. Я здесь нашел что-то слишком секретное. Мне кажется, здесь карта просто недоработана. Я нашел спуск куда-то. Опа! Ты чё меня напугал, Никич? Да, твой... Кажется, ты меня убил, да? Кто, я? Нет. Нет, это просто Никич. Своего убийцу убил. А вы имеете что-то против? Убийца. Мия, я не знаю, где ты. Я не знаю, где Николай Петрович. Вот в чем проблема. Самая такая, знаешь, глобальная...
Да кто? Я боюсь. Вы мне скажите хотя бы, кто стреляет, это раз, пожалуйста. Я. Вот сейчас не я. А что? Ай! Ясно, кто. Кто? Опа! Но где вот этот последний партизанишка, у нас такой маленький-маленький партизанчик? Я не знаю, возможно, он опять в танке. Я не знаю, Костя, ты в танке? Костя! А ты откуда узнал? Ой, такой, Костя, ты такой обманщик, ты такой... Не умеешь просто врать, ну просто не умеешь, честно. Кто спалит, где Костя, тот получит золотую снайперку. А, я поняла. Он дома. Мия, если ты меня выдашь, я тебе утку ту обещанную не отдам. У вас там свои договоренности, да, как я вижу? Да, давайте договоримся. Костя, давай договоримся. Ты сам умираешь, я тебя не трогаю. Как тебе так? Как тебе? Костя, как тебе? Он ждет тебя. Костя, как тебе такая договоренность, а? Костя. Костя. Ну, я закрыл, я здесь по голосу оценил. Мы его закрыли. Что такое? Почему кнопка не работает? Почему кнопка не работает? Кнопка не сработала. Ой, сейчас кто-то рядом. Эдисон, за Аляшу отомщу. За какую Аляшу? Которая умерла. Опа! Не надо по-грузински материться, Костя, пожалуйста. Костя любит после каждого проигрыша материться по-грузински. Подожди, то есть получается... О, почему я в космосе заспавнился? Алло! Второй раунд закончен, давайте приступим к третьему. Это почему не ставится? Почему не ставится то, что я хотел поставить? Сейчас мы покатаемся, сейчас. Опа. Давайте опа. Договоримся. Оп, он да. Опять лодку взял. В смысле? Ты спалила, да? Ты спалила меня, Мия? Нет. Да. Ах ты, Мия. Так, папа, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Никто меня не увидел. Или увидел. Мне почему-то такая... Чё за стрельба средь белого дня? Я ничего не сделал. Пожалуйста, пощадите меня. Главное, меня не стреляйте. Сейчас вечер. Ну, давайте договоримся. Давайте договоримся, пожалуйста. У меня 2 часа ночи, чтобы вы понимали, когда я записываю этот ролик. Про какой вечер идет речь, Мия? Да, в Грузии, как всегда. Где? Она упала, она упала. Я ее потерял, я потерял свою любовь. Она упала. Я не знаю, что... Кофе уронил. Нет, не кофе. Не кофе уронил, кое-что другое. Снайперку. Не снайперку, тоже кое-что другое. Оно упало, я не могу это поднять. Нет, Мию тоже нет. Оно упало, я должен это вернуть. Рок. Подождите! Не стреляйте! Если кто-то меня видел, не стреляйте, пожалуйста. У меня тут ЧП. Вызывайте МЧС, пожалуйста. Какое? ЧП, у меня ЧП средь белого дня. Дайте, пожалуйста. Сейчас вечер. Да не вечер, у меня Мия, у меня ночь уже давным-давно. Да я знаю, что тебе все равно, но мне-то не все равно. У меня снайперка не была перезаряжена, ёханый папа! Очень похожая ситуация на ту ситуацию, где я суициднулся. Да всем пофиг. Я не суициднулся, у меня снайперка не была перезаряжена, я просто мусор дал фору. Ёшкины матрёшки. Я тоже сам. Эдисон, скажи, где они, а я тебя фанкопопа. Опа, они, короче, монстр... Я тебе кофе куплю. Лучше фанкопоп. А я тебе отдам... Что? Я тебе отдам фанкопопа вином эксклюзивного. Да ладно! Я тебя всех подарю. Костя, мы с тобой забились, хорошо. Тогда я не палю, где Костя. Я тебе всех подарю, которые существуют. Я не палю, где Костя. Костя мне должен фанкопопа веном. А ты что, Никич? Я тебя хоть всех... Знаете, везде нужно наживаться, везде нужно барыжить. Даже тогда, когда ты сдох, ты просто... Ну я тебя не спалю, только ты мне что-то подгони. Мустер, я тебя спалю. Где ты? Извини. Мустер в здании, короче. Вот. Да мы все вот. Тут, по-моему. Пользуйтесь этой инфой. Кроме меня, я не в здании.
Почему там все стреляет? Ах ты! Ах ты так... Подождите. Кстати, по силе не запомнишь, я теперь всех вижу, кажется. Эдисон партизан. Кто-то обкакунился здесь, я слышу! Николай Петрович, Константин Петрович Татьев. Ой, а я планировал тебе серьезно дать этого фонкобока, ну ладно, нет. Так я тебя не спалил, алло! Константин Петрович, я тебя не спалил же! Я видел ту, кто убила человека. Что происходит? Они так забавно бегают. Костя, ты куда полез, дебил? Костя! Пусть лезет, пусть лезет. Костя, спустись с небес, ты не туда полез, Костя. Костя... Яна, где? Вот невидимый человечек, показывай, где она. Она в засаде. Она в засаде. Костя, не надо, Костя! Осталось одному дойти. Тихо, Костя, не надо насиловать микрофон, пожалуйста. А где последний этот, Алекс Экспо, как ты его зовут? Ты же не будешь кемпиться? Где Алекс Экспо? Алекс Экспо, ты чё? В туалете? Ты чё в туалете прячешься, Алекс Экспо? Спалите меня, чё? Ты смотри, фу, как нафунял здесь, фу, Алекс Экспо нафунял-то как в туалете. Мия, ты видишь? Да, Алекс Экспо. Мия, ты видишь, да, как он нафунял? Смотри, как он в туалете, фу. Алекс Экспо развернулся, Алекс Экспо не туда побежал. Мия решила скрыться, Мия забежала на второй этаж, но Алекса Экспо там уже нет. Алекс Экспо развернулся, вернулся на место Мии. Мия потерялась в пространстве, Мия ушла, Мия телепортировалась в другой мир. Алекс Экспо бродит на улице, карабодит. Спасибо. Костя, сейчас забаню тебя! Накал страстей. Алекс Экспо спрятался. Мия кормит уток на последнем этаже одного здания. Что будет делать Алекс Экспо? Полезет к Мие или будет сидеть в засаде? Алекс Экспо движется. Алекс Экспо. Мия, у Мии зачесалась пятая точка. Мия не знает, что делать. Мия сидит на месте. Мия чешет свою пятую точку. Алекс Экспо! Опа, Алекс Экспо, а что будет делать Алекс Экспо? Как мне подсказывает моя жопа? Ничего. Алекс Экспо, берегись! Алекс Экспо, берегись, Алекс Экспо! Да что ты делаешь, Алекс Экспо? Куда, Алекс Экспо? Вы что, дебил? Мне кажется, кто... Мы настолько вплотно друг друга стоим, можете помочь? Что сейчас было? Я тебе помог, братан. Благодари меня. Офигеть просто. Зачем я тогда Эдисон убивала? Вот именно, чтобы Алекс Экспо выиграл. Да. Ладно. Никитич, я тебе помог, а теперь ты мне помог. Все, давайте четвертый раунд запускаем прямо сейчас. Опа! Опа! Я не знаю, кто это был уже на самом деле. Мне без разницы. Главное, чтобы не Алекс Экспо! Ведь Алекс Экспо очень коварный читерок Алекс Экспо. Вот именно, убил утку. Утку могут убивать не все, а лишь некоторые, но все. Я сейчас как Кличко сказал, но в этом был весь план. То есть это вся суть, знаешь, чтобы вам просто голову запудрить. А кто в шапочке ходит с золотой снайперкой? Добрый день. Что ты только что сказал? Что ты сказал, Алекс Экспо? Друг Алекс Экспо. Я видел Эдисона, меня не трогать, я его постараюсь убить. Дайте тогда не буду. Что ты сказал? Что ты, как ты разговариваешь с старшими людьми по званию? Сержант! Что? Какое у тебя звание? Генеральный майор, предприниматель прокурорного дела по федеральной службе районного центра. Они слишком много. Добрый день. Добрый день, как поживает ваша мама, Константин Петрович? Даун, кстати, я тут... Сам ты даун, ты чё сказал даун? Костечка меня напугал очень сильно. Да кто стреляет, кто стреляет? Кто стреляет? Никитич находится рядом с транспортом. А,
Подожди. Зачем? А почему я одна осталась? В смысле, я остался? Сладкая поличка. Чё? Чё ты только что ляпнул? А куда ты упал? В смысле, куда я упал? Ты чё, смотрите, меня палят. Я тебя видел. Ты меня-то видел. Слушайте, если вы сейчас меня спали... А вы меня уже спалили, сволочи-то такие. Да я знаю, что ты делаешь. Это месть. Месть за что? За то, что вы родились на эту планету. Я-то тут при чём? Никич, включи невидимость. Невидимости нет. Ты молоко выпил. Дебил. Нормально. Почему, почему я вижу, как лодка катается, а в лодке никого не... Что, дебилы? Это кто стреляет? Это мне стреляет? Не страшно. Я. Ты по мне стреляла или по кому-то? Я по лодке. Прр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 рr Короче, я не знаю, где эта утконосая. Честно вам скажу. Я не утконос. Ты утконос. Я не имею представления, где ты сейчас прячешься. Я сказала. Ты сказала. Ты сказала. За вами забавно наблюдать. Летают. Что летает? Утки не летают. Ну она в самом видном месте, и она сказала кнопка. Кнопка где? Да уберите вы снайперку из рук! Кто здесь летает? Опа, вот оно что значит, да? То есть угрозы, прямые угрозы федеральному лицу, Паш, да? Я главнее тебя. Ты какое у тебя звание, Мия? А ну давай скажи, какое у тебя звание? А ну! Не умирай только. Сержант Уткина. Опа! Неожиданно! Не ожидала! Я знал то, что ты там, я знал. Не... О, подождите, сейчас меня кто-то убьет. Вот так! Мия, так нечестно, алло! Меня Костя! Костя отвлек, а я отвлек Костю, и вот такая многоходовочка. Костя, ты мне должен фанкопопа Венома, не забудь, пожалуйста, вот это. А мне кофе. А тебе ты. Кофе должен. А Никич каждому должен по большой пицце. Не забудь, пожалуйста, Никич. Приезжайте в гости, да? Обязательно приедем. Да хватит, пожалуйста. Ребятки, мне кажется, на этом уже можно закончить. Если ты хочешь продолжение, дай знать нам в комментах. И напиши в комментах, кто тебе больше нравится, Мия или Мунстр. Или если ты девочка, Никич или Константин Петрович. Ну или же я, кто его знает. Костя Бан. Ну Костя девочка, кстати, да. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение. Мы тебе все дружно скажем огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока.